Ну что, следующий пистолет это P1. Причем в данном случае действительно P1 почти такой же, как у меня дома. Посмотрим, что это будет. Патроны, которые мне дали, это Фиочи. Итальянские патрончики. Вот одноразовый магазин для патронов. Это плохо слышно, потому что здесь стрельба идет. Вот, один патрон. P1. Не знаю, кто говорил, что это не точный пистолет. Очень точный пистолет. Сейчас перезарядимся и буду снимать еще и на вторую камеру тоже. Ну что, P1. Заряжаем. Одной рукой стреляю. Самое смешное, что целился, судя по всему, не туда, куда камера. Сейчас перезаряжусь и буду делать еще раз. Попытка номер два. Все еще стреляю одной рукой. Немножко неудобно стрелять одной рукой, просто непривычно. Но вообще пистолет очень точный. Теперь двумя руками. Опять не туда смотрит. Ну ладно. Ради юмора попробую левой рукой. Очки запотели уже практически намертво. Вот левой рукой действительно ничего не получается. По какой-то причине. Какой, не знаю. Ну и последние два выстрела из этого пистолета, тьфу, никакого не револьвера. То есть к нему надо приноравливаться, это я уже четко понял. Но при желании из него можно вполне нормально попадать. Ну вот. Вот то, что он сделал. Конечно, вот это левой рукой у меня совсем не получилось. Это двумя руками. Правой рукой. Немножко странновато, конечно. Но что поделать. В принципе, неплохо. Могло быть хуже. Попытка номер два. Все еще стреляю одной рукой.
Немножко неудобно стрелять одной рукой, просто непривычно. Но вообще пистолет очень точный.